Сегодня день воздушно-десантных войск. История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил под Воронежем группа бойцов впервые десантировалась на парашютах для выполнения тактических задач. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей. Их огромные возможности связаны с быстрым охватом противника по воздуху. Десантники вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками передового рубежа, способными выполнить любую задачу.